Так, ну кто там? Опять даже поесть не дают. Какая-то женщина. Привет. Привет, Миша. Привет, заходи. Ты прям спасибо. Во всех самых крутых домах. Заходи в гости. Это квартира. Ты вообще во многих квартирах у меня была. Да. Понятно. Но это будет особенной для тебя. Я постараюсь тебя поудивлять. Очень бросается фон сзади тебя. Это фигня. Пойдем вперед. Заходи в гостиную. Когда каждая деталь была создана специально для этого очень важного момента. Boca Room – премиальная мебель для жизни. Вау, какой большой диван. Здесь у нас квартира 140 квадратных метров. Класс. И здесь всего лишь одна спальня. Это вообще максимально молодежная холостяцкая квартира. Здесь посмотри сзади. Да, вот я смотрю на стену. Сразу на стену, да? Очень крутая эффектная стена. Это практически настоящий камень. Это архитектурный бетон. На нем можно лазить. Если захочешь полазить вдруг, скалолазанием позаниматься. Полезешь? У нас, кстати, вот есть видео, как мы делали вот эту вот стену. Ее мы делали несколько недель, и я прям каждый день снимал, как мы ее создавали. Это очень интересное произведение. Прям, если кому интересно, переходите, ссылочку внизу оставлю, как делается такая стена. Ну, наверное, очень сложно вот этот камень подстраивать друг под друга. Впереди посмотри, как делается это. Вот эта вот штука, это металл. Мы сделали специальный шкаф под металл. Вообще, это квартира для молодого парня. Она такая минимал, да, здесь некуда что-то ставить. Поэтому мы сделали очень много мест хранения. Вот это, например, огромный шкаф. Посмотри, он здоровенный. Мне кажется, такого нигде не было. Ну, конечно. Вот этот диван вообще составной. Это просто пуфики от дивана, и мы сюда поставили вот эти вот спиночки от совсем другого дивана. И получилась очень крутая композиция, такая лежанка. Здесь кайфовать можно. А посмотри, вот это произведение искусства, это просто невероятная штука. Здесь внизу остров от Polyform. Он металлический, но он тоже кастомный, потому что нам Polyform не захотели нам вот эту вот стойку делать. Она у них мраморная. А мраморная впитывает все вот это вот. Нам нужно было из керамогранита и большего размера. Поэтому Polyform нам отказал ее делать. И мы сделали ее сами здесь на заказ. Молодцы. Вот. А сверху вот эта вот штука, это не просто стекло. А что это? Это настоящая вытяжка. То есть посмотри, вот эта вот решетка тоненькая, это не трек какой-нибудь, это вытяжка. К ней мы подвели натяжной потолок. Вот это все натяжной потолок, и он включается. А что значит включается? Сейчас, подожди, сейчас включу. У нас здесь умный дом. Тут можно, конечно, выключателями, но... Холостяцкая квартира. Ты уже заинтересовалась, да? Подожди, остров не включился. Вот он включился, видишь? Это подсветка, когда ты готовишь. Здесь вот эта подсветка, она подсвечивает весь остров, всю площадь готовки. Очень удобно здесь, да, готовить. Очень удобно. Причем вентиляция и снизу, и сверху, и все здесь уходит. Очень крутой получился остров. Я просто, я не знаю, я прям так кайфую, как он получился. Посмотри, какой он, блин, в американском языке есть такой stunning, очень gorgeous. Да, пошел. Очень крутой остров, просто невероятно какой-то. Редко кто-то умеет пользоваться металлом. Смотри, еще мойка. Здесь не просто мойка какая-то вложена, да? Это сам металл со столешницы переходит в мойку. Здесь нет стыков никаких. Что-то нереальное. Но ты скажешь, а где эти все рисоварки, да, блендеры? Я не скажу, потому что... У тебя такого нет. Как нету? Если вдруг человеку нужно хранить чайник, рисоварку, там, да, нет, блендер. Это все убрано, но обычно я имею в виду... А куда убрано? Как ты думаешь, куда убрано? А в ящике под столешницей. Давай поищем. Так, ну где-то здесь. Нету? Может быть... А попробуй открыть вот этот шкаф. А, все здесь. Здесь у нас специальный шкаф. То есть вот это, например, мы заказали в Италии остров. И к нему можно было заказать такой же шкаф от Polyform. Но мы сделали его на заказ, потому что Polyform засранцы не умеют делать до потолка шкафы. И нам пришлось сделать все на заказ. Класс. Это специально отдельная столешница. На ней можно вот ставить... Вот видишь, внизу у нас есть там рисоварка, пароварка. Но и это еще не все. Открывай соседний шкафчик. А здесь у нас прячется, да, ты же заметила, что нет... Кофемашина. Да, кофемашина, духовка. СВЧ, духовка, мы все это спрятали. И если ты готовишь, ты просто вот так
заводишь, у тебя открыта кухня, ты можешь реально спокойно готовить, и вдруг там пришли гости или еще что-то, ты закрываешь, все чисто. Да, очень удобно. Кайф. Смотри дальше. Вот помнишь, ты обратила внимание на эту стену? Да. Что там такое? Открывай. А, это дверь. Да, только другая, соседняя дверь. В этой квартире нам нужно было сделать кабинет. Заходи. Это кабинет. Это кабинет, да. Но кабинет такой, знаешь, всегда же, вот когда у тебя стол, он всегда завален всяким хламом. Угу. И вот здесь в целом все такое цветное и так далее, но это все не видно за этими вот перегородками. Это перегородки Boca Stripe. Ваши перегородки? Да. Мне нравятся очень эти перегородки. Лучшая реклама от Мили. Мне очень нравятся перегородки. Это огромный столб. У него нет никакой ноги. Он просто висит. Да, в воздухе. И ты вот эти вот два стула, они могут ездить туда-сюда без всяких перегородок. Можно подъезжать в любое место. Очень кайфово. А вот это вот у нас, это тоже наши полочки. Какие? Это наши новенькие полочки, тоненькие. Они встраиваются прям внутрь и торчат просто небольшая маленькая полочка. Да, здорово. Но он похож на больше игровой такой. Ну, какие люди. И вообще прикол в том, что эта квартира продается. Она продается? Да, ты можешь купить. А за сколько? Просто клиент здесь, наш клиент, он буквально месяц здесь пожил и сказал, я уезжаю в Европу. И все. И, короче, вообще тут никто не жил. Она вообще новая. Мне очень как бы тяжело расставаться с мыслью, что ее продают. В общем, я оставлю ссылочку внизу на продажу этой квартиры, кто хочет, обращайтесь. Может, Миля быстрее скажет, кажется, одному из своих ухажеров, чтобы он прикупил ее эту квартиру. Да. Пойдем дальше. Смотри, вот эта стена тоже непростая. Здесь шкаф. Здесь шкаф, да. Здесь шкаф. Ну, здесь непростой шкаф, здесь мы управляем кондиционерами. Вот это все должно где-то стоять. Мы это просто спрятали за одной маленькой дверкой. И не видно. Да, и ничего не видно. Пойдем дальше. В спальню? Да. Какие красивые цвета. Эта квартира похожа как будто из фильма. Как будто ее тебе квартира делали, да? Квартира из фильма. Кайфуешь? Очень, очень кайфую. А это я еще не начал даже удивлять. Там сейчас будет то, что тебя вообще в шок повергнет. Интересно. Я серьезно. Короче говоря, мы квартиру в целом разделили на две половины. С одной стороны гостиная, а с другой стороны спальня. Угу. Здесь только одна спальня на всех этих. Но какая спальня? Смотри, это крутая низкая кровать. От Living Divan. Очень крутая, с широкими бортами такая кроватка. А вот сзади там находится у нас умное стекло. Его можно включить, выключить. А сейчас оно включено? Сейчас оно выключено. Оно сейчас непрозрачное. Пойдем дальше. А вот это не шкафы? Попробуй. Это у нас задняя часть шкафа, поэтому она не открывается. Но мы ее сделали рельефной для того, чтобы она, ну, не была какой-то простой, что ли. Она очень красиво выглядит так. Заходим сюда. Здесь у нас стоит шкаф от Polyform. Вообще мебель вся от Polyform. Вот этот вот шкаф этот от Polyform, но они не делают до потолка. Видишь шкаф? Поэтому мы вот завели сюда вот этот вот шпон, вытащили, наверх подняли. Сверху закрыли. Это все, чтобы этот гребаный полиформовский шкаф закрыть. А вообще после этого мы на самом деле перестали использовать полиформ, встроенную всю мебель. Потому что они не делают... Они не делают потолок, они не делают нужных нам размеров. Поэтому всю мебель теперь и кухню мы заказываем здесь. Есть у нас одна очень крутая компания Redome, и мы все заказываем здесь. Вот, например, они сделали вот этот вот шкаф. И все панели, ну, все, всю мебель здесь сделала Redome. Садись сюда. Это, ну, как ты уже поняла, это специально для тебя сделано, да? Кайфуешь. Этот стол тоже от Polyform. Посмотри, у него тут кожа. Это итальянский стол, очень красивый. А вот это зеркало мы спроектировали сами, только для этого проекта, но я решил, что мы его будем теперь производить для всех. Потому что это крутое зеркало. Вот это, видишь, подсветка? Да. Оно с диммером. Здесь есть кнопка, ее можно крутить, менять. Подсветка стала желтой. Другого, да. Так стало холодной, можно включить, выключить и так далее. Можно подвесить, можно поставить. Это очень крутое зеркало получилось, шикарное просто. Напротив окна еще. Кайфуешь? Очень. Я сейчас потеку.
Сильно не надо. Нам еще квартиру эту продавать. Но если что, имейте в виду, Миле понравилось, кто вдруг собрался покупать. Мало ли, вдруг ей понравилось. Это вот садись сюда. Он похож на Микки Мауса. Это кресло называется Big Mama, потому что он такой, как будто с титьками. Ты сейчас головой между титьками. Тебе, кстати, подходит. Вот, а здесь есть даже специальный шарик вот этот вот. Он для того, чтобы туда ножки скидывать. А-а-а. Да. Вот так. Кайфуешь? Да. Очень стильно. Пойдем дальше? Да. Открывай. Вот сейчас ты должна офигеть, потому что такую ванну ты еще не видела никогда. Пойдем. Это не просто ванна, это ванный остров. Вау, то есть здесь ванна и раковины, все, все да. На одном островке. Да, это остров. Остров сделан из керамогранита. Здесь, иди сюда, я тебе просто покажу уровень, вот уровень отделки. Здесь все запилено под 45, посмотри, углы. Вот это вот все керамогранит, и мы его запилили, вставили. И даже вот эти вот, посмотришь, ящики. Здесь у ящиков острый угол. Это гранит, это тоже керамогранит. Все невероятно ровненько и чисто. Это кастом, это там не произведено где-то. Это мы специально делали для этого острова. Смотри, вот здесь есть еще прикол. Открывай. Здесь есть розетки. Вон там. А, очень удобно. Да, и ты можешь пользоваться феном. Например, достала, закрыла и там фигачишь феном себе. Да. Убрала фен, не видно, ничего не видно. Да. Все есть. Ну и это наши красивые зеркала. Новенькие. Зеркала очень крутые. Да. Они, так как подвешены, они немножко есть какой-то ход. Но в целом можешь не бояться. Они там на закладной, не сильно там ходят, нормально. А вот это, смотри, это специально такая, это от Фима. Это итальянский производитель смесителей Фима. У них есть беленькие такие крутилки. Но это еще не все. Заходи вот сюда. Это душевая. Душевая, класс. Да, она с подсветкой. Вот я сейчас если включу. Мы еще не наклеили наклейки, я не знаю, какая из них подсветка. Короче, она светится. Мы здесь поставим картинки, как она светится. Она светится, льется. Хочешь, полью тебе? Ой, смотри, как красиво через дождь. Ну, когда видно, прям как. Вот, здесь есть лейка, и, да. Ну, для девушек очень важная история. Если нужно помыться, не мыть голову, да, очень важно, есть лейка. Есть, здесь можно набрать тазик воды, тут надо, мало ли. Очень необычная. Но ты скажешь опять, да? Миша, здесь все, конечно, красиво, да? Но где зубная щетка? Если мы сейчас поставим сюда зубную щетку, пену для бритья и так далее, вот, это же все сразу станет некрасиво, так ведь? Да, это все убрано просто, да, как кастрюля. Не здесь, пойдем дальше, прям вот в дверь. А, здесь еще дверь. Да, здесь еще... Еще один санузел. Здесь есть у нас уже... Чтобы делать другие делишки. Не таз, а обычные делишки вот эти все да. Ваши делать здесь. Угу. Здесь уже можно поставить щетку, захламить все, посидеть на туалете и пойти спокойно по делам. А вот эта штука, кстати, что хотела сказать? Да я хотела сказать, какая крутая. Вот эта штука такое, как думаешь? Что это такое? Да. Это полка? Это не просто полка, это полотенцесушитель. А, здесь... Во-первых, здесь полотенце сушится. Во-вторых, вот здесь вешаются крючки. Мы сейчас убрали. Вот там наверх вешаются крючки. Полотенце сушится внутри вот этой вот штанги. Здорово, очень удобно. Это полотенцесушитель от Antrax. Такой необычный полотенцесушитель можно купить в HomeHit. Ссылочку, если надо, оставлю в описании. А вот это, посмотри, какая полка тоже. Это Антонио Лупи постарались. Полка вмонтирована в стену. А вот там, смотри, что за помещение там? Это что? А, здесь еще как одна дверь. Как думаешь, что там? Подожди. Наверное, здесь убраны что-то, швабры, что-то такое. Ну, химия. Это большая такая у нас постирочная. Постирочная. Да. У нас вот там ставятся, видишь, вот эти вот специальные отсеки, туда можно поставить там лестницу, утварь, да, там какую-то убрать. Здесь вот можно поставить гладильную доску, здесь у нас стиралка, сушка, а вот это вот справа сушильный шкаф. Это реально крутая штука, тебе не нужно вот эту расходную сушку никуда ставить, она же большая, некрасивая, ты просто сюда вот так берешь.
Оп, повесила все вещи, обратно засунула. И вещи здесь можно все сушить, потому что вот в этой сушке сушить можно не все. И все не видно. Да, и бак закрываешь, и все красиво. Но если тебе не хватает вдруг места, можно повесить еще сюда. Вот мы, и внизу вот здесь вот такие большие ведра под подвесить, грязную, да? одежду. Да. Но здесь есть секретная потайная комната. Для чего? Ищи. Где? Ищи. Ну, на самом деле, вот мне кажется, вот это, давай, да? Давай, попробуй. А. Давай я сейчас подсветку включу, тут там свет. Ой. Заходи. Заходи, реально. Погнали. Что это такое? Ну, здесь на самом деле очень много места. Да, это, Гриша, вот квартира как в фильмах. Это реально как в фильмах. Люди вот под вентиляцию залазят. Это у нас тут вот все коммуникации от воды. Стояк, вода, всякая вот тут фигня. Ну, плюс еще вот тут строительные материалы. Стройматериалы, да, мы тут впихали. Это реально здоровая комната. Но она, естественно, покрашена. Пол есть, тут все чистенько. А, то сюда можно прятать любовника. Можно любовника прятать, можно любовницу. Кто есть. Пойдем, еще одно помещение у нас есть. Самое последнее. Помещение. Налево. Теперь направо. И вот здесь у нас есть целое помещение. Что же там? Туалет. Да, туалет гостевой. Здесь тоже очень необычная раковина. Я никогда не видела такую раковину. Попробуем включить свет тут где-то. Во, а эта раковина еще и с подсветкой. Попробуй включить эту раковину. Да, давай, все. Вот. Вот такая раковина. Крутая, да, раковина? Просто идея невероятная. Просто кусок стекла здесь стоит, а это, оказывается, раковина. Да, очень необычно. Ну что, берешь? Беру. Да. Я его взяла. Осталось найти ухажера, который возьмет. Все, Миль, пока! Заходи еще! У меня ж там бублик готов. Вкуснятина вообще мощная. Ты посмотри, какая это красота! Они должны быть такие черные? Да, чем чернее, тем лучше. Посмотри, какая корочка зажаристая. Юля, иди посмотри! Давай, доставай. Че ты стремаешься? О, пожалуйста, первый кусок. Смотри, как вкусно выглядит. Вау, просто. Да. Уже час прошел, как оно готово. Посмотри, просто бублик. Синамон. Сразу пакет можешь? Для чего? Я не уверен, что это вкусно. Фу, он мягкий. По-любому сырой бекон, да? Да. Давай, Садар. Да он сырой. Твой кусочек. Говно. Вкусно? Да. Вова. Ну. А бекон как? Какой? Какой? Такой же. Сырой? Ну. Вот поэтому мы его в духовку ставили. А Сатар спрашивал, зачем в духовку ставить. Ага. Смотри, он второй раз кусает, значит, вкусно. Давай. Жареное, вареное. И слегка сырое. Оно внутри. Ну, слушай, интересно. Внутри вообще нет, же ничего не подзаливает. Нет, панировка с сыром, кайф. Бекон. Сыр вкусный, он... бекон лишний. Да, потому что он сырой. С хлебушком был бы. Вот сыр с панировкой, прикол.